Добрый день, уважаемые дети, уважаемые родители. Следующее занятие творческого объединения «Национальная хореография» – это, значит, дробный шаг, двойной дробный шаг. Значит, используемый в русском народном танце. Подтянутые, исходное положение. Руки на поясе, пальчики собрали аккуратно, кисти подтянулись. И идет подскок на левой ноге, два удара правой ногой, и тут же с левой подскок на правой ноге и двойной удар левой ноги. Значит, как это выполняется? Посмотрите внимательно, без рук пока. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Точно так же это может исполняться в продвижении вперед и точно так же назад. Теперь уже показываю с руками вам, пожалуйста. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, ребята, тоже занимайтесь. Упражняйтесь, значит, подскок, обязательно два раза надо ударить его. Мы одинарно с вами прошли, дробный шаг, а теперь двойной. Все, на сегодня занятия окончены, до свидания. Спасибо.